Это же просто кофе. Чем отличается от других Я тут мест? люблю заказывать яблоко латте с молоком из фундука и миндаля и органическими взбитыми сливками, с пожалуйста. С органическими взбитыми сливками. А вы что будете? Я буду... Да, можно мне большой латте с молоком из фундука и миндаля и... органическими взбитыми сливками. Да, спасибо. Можно я чуть поправлю заказ? Я буду мой любимый латте с молоком из фундука и миндаля и органическими взбитыми сливками. Но я хочу, чтобы мне шоколадом сверху нарисовали какой-нибудь цветочный дизайнерский рисунок. И сверху добавили немного шоколадной посыпки. Посыпку. Потому что я сегодня чувствую себя немного празднично. Будто заказ маленькой девочки. Как будто заказ на детскую вечеринку часто у вас такие. А можно мне, пожалуйста, все так же мой латте на молоке из фундука и миндаля? Но с двойной порцией вашего самого лучшего кофе и взбитыми 2% органическими сливками. Это очень дорого. Не плевать. Можно я чуть поправлю заказ? Можно, пожалуйста, мне все так же мой латте с молоком из фундука и миндаля? Но мне четверную порцию, и не путайте ее за двойной. Не двойная, а четверная, я понял. Когда будете добавлять взбитые это очень дорого. Сливки, то знаете что, я хочу, чтобы мне нарисовали орхидею, украшенную другими дизайнерскими цветами. А потом уже добавили посыпку. Потому что мой заказ на кофе, он не такой стандартный, как у всех. Он не базовый. Я хочу, чтобы вы сами... Я хочу, чтобы вы сами в него вложили свою душу. И также, я надеюсь, что нам не по карману лучшие зерна, так как я неравнодушно забочусь о дикой природе. Я надеюсь, то, что это те зерна, которым утром делают приятный массаж. Перед тем, как их хорошенько помолоть, и когда я их буду пить... Кофе мне как бы говорила, что я сегодня была хорошей девочкой. И хочу я, чтобы вы его налили в этот дорогой брендовый сапог с длинными трубочками, которые будут заплетены, как коса у Рапунцель, потому что я принцесса! И еще хочу, чтобы вы каллиграфией написали мое имя. Марго Граф. Нет, лучше принцесса Марго Граф, потому что я принцесса. Вообще-то, видишь вон ту штуку в углу? Я хочу, чтобы ты взял ее. Хочу, чтобы ты... Сейчас возьмет бобровое молоко. Украинское бобровое молоко. Потом я хочу, чтобы ты взял 10 чашек сырых кофейных зерен и помолол их, потоптавшись, окей? До идеального помола. После взял 6 соломок и сложил их в форме сердца. Не косы, потому что это не салон. Пожалуйста. Медленнее, это мой первый день. Карамельные конфетки, которые нужно закинуть туда. А после возьмите тату-машинку. Тату-машинку? Да. Силу выбить на стаканчике тату-машинкой. Мое имя Аманда. Аманда. Простите, переволновалась. Ничего, так сильно не хотела в колледже. Держите. Спасибо огромное. Это ее постоянный заказ. А можно, пожалуйста, черный кофе? Спасибо большое за просмотр и за лайк под этим видео. Можете что-нибудь написать в комментах. Какой бы кофе вы заказали? А перевел и озвучил виски. Ага.